есть что-нибудь на складе Фафнера? Например, точильный камень? Отец, я должен признаться, эти голоса в голове, ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она, ее страх. Если повторится, скажешь мне, ясно? Обещаю. Свет у нас, в Мидгард. Мы были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так, бац, и как ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. Ну что, он все испортил, да? Скорее наоборот. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй. Что ты сделал? Так лучше. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю, 700, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите? Если это по пути. На, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Мне нужен этот алхимик.
имя, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Ты помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай. Мы уже видели эту статую Тора, когда уплыли из пещеры ведьмы. И где пещера? Полдень, солнце вон там. Значит, это юг. Юго-запад. Хорошо. Соберись! Готов! Такой быстрый! Эти я тоже не знаю, но они отличаются от других. Смотри, эти шесты покрывает магия ведьмы. Это сбережет нам время.
сын. Хм, круто! Нашли что-нибудь на складе Фафнера? Например, точильный камень? Поход Синдри еще там. Это если не хочешь лезть. Отец, можно мне ее понести? Нет. Но... Я сказал нет. Ладно. Выточил. Ты знаешь больше меня. Спасибо. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени. Понял. Найдем что-нибудь полезное? Вернемся? Снова черное дыхание. Что делать? Проверим слова ведьмы. Работает! Не соврала! Идем, закончим дело.
Перелезем. Мама говорила, что великаны появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезнуть. Исчезнуть? Да, они вроде как просто ушли, неизвестно почему. Может, вернулись домой? В Йотунхейм? Может. То лицо на горе, это, наверное, какой-то почитаемый великан. Рот, мы добрались! Черное дыхание. Куда мы? Вход же был там. А ты торопишься? Нет, обычно торопишься ты, а я всегда рад осмотреться. Это что, олень? Не помню историю о великане с головой оленя. Кто он? Пройти нельзя, но есть чаша с песком. На полу. Это бессмысленно. Чего-то не хватает. Вдруг есть второй световой кристалл. Приемлемо. Это что, смола? В пещере? Что тут сказано? Ни куст с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хомуте не знают меня. Ничего.
Почему мы уходим? Путь на гору наверняка внутри. Бестолку. Это ответ. Свобода. Ага, подходит. Что ж, давай. Ага. Прелся. Что происходит? О, а я думал, появится мост. Твои великаны снова нас испытывают. В этом факеле кристалл. Зажечь его? Спуститься, чтобы подняться? Берется! Так лучше, да? Эти проходы слишком малы для великанов. Что ты смеешься? А, ты серьезно? Я всегда серьезен. Да, мама говорила, что ты никогда не любил историю. Великаны – просто раса, как эльфы или хульдры. Это не значит, что они большие. А мировой змей? Ну, в этом случае великан действительно большой. Но он такой один.
это все. Готов, жду приказа.
Сын. Любопытно. Только посмотри, тут все такое... Мертвое. Я хотел сказать древнее, но мертвое тоже верно. Ого, сколько мертвецов! Скажи, что ты видишь? Ну, это были люди, не великаны. Да, охотники за сокровищами. Видишь ловушки?
Вижу. Нам повезло, что они уже сработали. Радуйся, что тут все мертвы. Статуя, мы перебрались. О, это Дуратрон, один из четырех оленей мирового древа. Он сторожит вход в Йотунхейм, пока великаны спят. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю. Сын? Слушаюсь. Этот язык я уже видел. Высочайшая вершина во всех мирах. Думаешь, мама знала, что это гора великанов? Нет. То, о чем она просила, сложнее, чем она могла подумать. Кажется, это имя. Хразлия, то есть ужас. Свеча, обвязанная нитками, и какая-то шкура. Может, это фонарь? Фитиля нет. Нам это не нужно. Биврёст осветит нам путь. Эй, как думаешь, кто зажёг тут факелы? Мёртвым свет не нужен. Смотри в оба.
Хватит! Ну я же просто... Ладно. Где мы? Мы в шахте. И если этот крюк достает до верха, то наша цель близка. Его нужно использовать. Атрей, ко мне! Ладно, я иду. Похоже, тут что-то перевозили. Как же заставить крюк работать? Сын. У того факела механизм с шестернями и веревкой. Зачем это нужно? Сюда. Кажется, я понял. Лапа с одной стороны. И если мы вытащим это... Сын! О, нет. Похоже, веревка застряла под камнем. Ты неосторожен. Ты прав. Извини. И куда же мы теперь? Эта штука не поедет.
Механизмы тут похожи на гноми, но камень явно клали йотуны. Наверное, ведь они не просто добывали тут руду. Они жили здесь. Прочесть можешь? Надо достать веревку из-под завала, который ты там устроил. Может, через тот новый проход можно подняться? Увидим. Я все думал, кто разбудил всех драугров в горах, а нужно было догадаться. Ты с самого начала умел справляться с черным дыханием. Даже не думай, что я смог бы провести тебя через него, мешок с мясом. Я с чем хочешь могу справиться, особенно здесь. Когда-то мой народ тут всем командовал, улучшил ловушки йотунов, да еще и обходные пути проложил. А ты как думаешь, почему они такие хитроумные? А, да, кстати... Остерегайся ловушек. Ты и часом не сталкивался с неопрятным мужиком твоего роста, который не чувствует боли и говорит как пьяный, хотя на самом деле просто тормоз? Не, ну а чего ты ожидал? Если б я хотел вести дела с асами, открылся б рядом с борделем. Или с бойцовой ямой. Или с бойцовым борделем. Он сказал асы? То есть боги? Нет. Настоятельно рекомендую смотреть в оба. По дорогам нынче рыскает двойная порция мертвяков и всякого недобитого сброда. Мы заметили. Не знаешь, откуда они все берутся? Может, сбежали из Хельхейма. Или Один опять что-то мутит. А может, заблудились, кто их знает. Спроси кого-нибудь из них сам, пока он тебе лицо отгрызать будет. Не так уж мне любопытно. Так и думал. Брок, ты знаешь что-нибудь про змея в озере? Я знаю, что он здоровенный. А, ладно. Что вам на этот раз нужно? Ого! Какое тут все огромное. Ясное дело, это же гора. Тут туннель, но тебе не пролезть. Лезь. Ладно.
Впереди враг! Сможешь сдвинуть? Она тяжелая. Да, смогу. Двигайте! Нет, не вышло. Вагонетка все еще... Я вижу. Вот. Вперед! Дальше. Смотри, еще фонарь. Сломан. Брось его. Но зачем они нужны? В них есть что-то особенное. Я точно знаю.
Это был долгий бой. Сколько тут старья? Только не вздумай брать ненужный хлам. Ладно. Тяжело будет. Да ладно. Ух ты! Теперь колесо будет крутиться. Мы поднимемся наверх. Thank you.
назад к колесу. Отлично! Поехали! Мы поднимемся к самой вершине? Это мы скоро узнаем. Что-то там не так. Я чувствую опасность. Не думай о том, что может быть. Сосредоточься на том, что есть, и будь настороже. Хорошо. Не самая вершина, но близко. Вот этот целый! Тут записка. Молитва великана. Он просит предков охранять его. Привести домой. Сын. Подожди. Я знаю, как это работает. Смотри. Ого. Что ты написал? Попросил беречь мою маму. Они сберегут нас на пути к вершине. Идем. Путь не близкий. Понял. Осторожней. Испытание. Наверное, гномы прорубили туннели в обход великаних ловушек. Удачно. Ну, для меня удачно. Лучше помолчи. Там увидимся.
Еще один подъемник. Глядишь до вершины, доберемся быстро. Доберемся до вершины. Далеко оттуда будет видно. Увидим озеро. А мирового змея, а наш дом. Узнаем, когда доберемся. А пока гляди в оба. Ой! Атрей! Я цел. Просто споткнулся. Знаешь, ты же такой сильный, но всегда так тревожишься. Тревога полезна. Благодаря ей мы с тобой живы. Ну да, хотя особой радости от такой жизни нет. Застряли. Сколько еще подниматься? Я не знаю. На нас еще нападут? Несомненно. О, нет. Да, готовься. Yeah!
вроде обошлось. Возможно. Отец, когда мы развеем мамин пепел, что тогда? Что будет дальше? Ничего не будет. Мы вернемся домой. И все? Путешествие завершится? Это да. Но у нас еще много дел. Ты был прав там, в лодке, когда я срубил последнее дерево. Ты сказал, что-то поменялось. И это так. Нашему дому грозит опасность. Мы должны позаботиться о его защите и продолжить твое обучение. Ага. Мы почти на вершине. Нас теперь ничто. Спокойно, мальчик. Держись со мной. Похоже на корень Игдрасиля. Это что, смола? Застывшая смола. И в ней таится сила. Ничего себе! Поверить не могу. Мы бились с драконом. Я метил в глаза, но не мог устоять ровно. А драконы тут живут? А когда они тут поселились? Когда великаны ушли? Или они ушли из-за дракона? Мальчик, в горах тяжелее дышать. Болтай поменьше. Вопросы потом. А, да. Ты слышишь? Там кто-то кричит. Стой, сын! Это Синдри. Как убить такого зверя? Надо застать его врасплох. Я могу отвлечь. Что ты делаешь? Надо ему помочь. Иди направо. Выбери место и жди моей команды. Спасибо. Эй, урод! Я здесь!
Я знаю, что делать! Готовься опустить кран по моей команде! Я не знаю, как он работает! Мне все равно! Будь готов! Но-но-но, драконов не убивали уже не одно столетие. Со времен Великого Истребления. И если я не ошибаюсь, вы сделали это ради меня. Ты ошибаешься. Дракон просто был у нас на пути. Говори все, что хочешь. Вы меня спасли. За это положена награда. Что это? Это стрелы Самелы. Прямее, чем луч солнца. Баланс идеальный. А. Спасибо. Так, ладно. Погоди. Фу, не то. Говорили с моим братом? Да, сказал, ты утратил талант. О, и что, я себе любец? Нет. А еще, что мне важнее красота? О, нет. Чем качество? Что я напыщенный? Нет. И надменный? Суетливый? Я знаю, что он думает, но обидеть меня он не может. Проехали. У меня нет на это времени. Нет, 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 нет. Стой, погоди. У меня идея получше. Ну? Нужен зуб вот этого дракона. Смотри, где хва... О, не важно. О, что за мерзость? О, что за мерзость? О, а что за вонь? Отлично! Да, сойдет! Ну да, я это трогать не буду. Просто подержи его. А теперь проведи по тетиве лука своего сына. Сделай милость. Атрей, твой лук. Двух раз хватит. Эй, полегче там! Ого! Вот так. А вы не верили. О, я смотрю, ты сам уже разобрался. Ну, молодец.
Не то чтобы я хотел объяснить красоту и тонкость своей мастерской работы. Ни в коем случае. Главное тебе помочь. Да. Нашли что-нибудь на складе Фафнера? Например, точильный камень? Совсем недавно мы охотились только на оленей. И вот сражаемся и с темными эльфами, и с троллями, и с ограми, и с драконом. Мы кого угодно одолеем. Мы побеждаем, потому что у нас есть цель и сдержанность, а вовсе не благодаря своему самомнению. Ага, я знаю, просто... здорово быть сильным, понимаешь? Да, понимаю. Хотя странно, этот не разбился полностью. Я попал по этому кристаллу, но он все равно светится. Ха-ха!
сердце. Надо как-то опустить этот мост. Наверняка по нему мы выйдем отсюда. Сын, здесь еще один. Это Эмир. Мама начинала про него рассказывать, но я был еще маленький. Великаны рождаются у него из-под мышек? Один пронзает его копьем? Застрял с другой стороны. Мне никогда не надоест взрывать штуки. Новая метка. Уже скоро, мам. Смотри, вершина! Мы совсем рядом!
твой колчан? Лямка лопнула, когда мы дрались с драконом. Ничего, вроде держится. Стой. Сломанный колчан замедляет стрельбу. С болью можно мириться. С плохим оружием нет. Пока сойдет. Хорошо? Да. Иди. Спокойно, гляди под ноги. Приготовься! Это все. Это ведь все, да? Должен быть путь наверх. Ты ведь тоже это слышишь? Да, помолчи. Тот человек, что приходил к нашему дому, ты же вроде убил его. На этот раз ты не один. Видимо, дело важное, раз сыновья Тора почтили меня своим присутствием. Ну что? До сих пор из шкуры вон лезете, чтобы впечатлить папочку? Судя по следам, татуированный человек теперь ходит с малым ребенком. Куда они держат путь? Ну, а мне-то почем знать? Ты же все-таки умнейший из живущих. И умнейший из умерших тоже. Ты поможешь мне, а я тебе. Скажи, где они, и я поговорю с Одином. Твой отец не освободит меня, Бальдр, и не даст тебе меня убить. Тебе нечего предложить мне, так что бери свои вопросы, свои угрозы, своих тупых дуболомов и проваливай.
Мы еще вернемся и выбьем тебе второй глаз. Не забывай. Мы повсюду. Так и будет, правда? Ну вот и вы, легки на помине. Татуированный человек и малый ребенок. Пройди за ними следом, убедись, что ушли. Да мы же видели. Делай, что сказано. Он не знает, кто ты. И меня это устраивает. А ты кто? Я величайший посредник для богов, великанов и всех созданий девяти миров. Здесь я знаю каждый уголок, говорю на всех языках, знаю про все войны и все сделки. Мое имя — Мимир. Я умнейший из людей. И могу ответить на все твои вопросы. Зачем мы нужны сыну Одина? Ну ладно, в моих знаниях бывают пробелы. Один заточил меня здесь уже 109 зим назад. Я умный малый. Я догадаюсь. Обещаю, ты дай мне время. Да ушли они, ушли, как я и говорил. Мать мальчика умерла. Она чтобы хотела... Чтобы мы развеяли ее прах на самой высокой вершине всех миров. О, братишка, так тебе нужно совсем не сюда. Самая высокая вершина-то не в Мидгарде, а в Йотунхейме, стране великанов. Нет! Не может этого быть. Взгляните. Это самый последний известный мост в Йотунхейм. Видите гору, похожую на огромные пальцы, царапающие небо? Вот самая высокая вершина. Не это. Может, пойдем по мосту? У нас есть Биврёст. Когда великаны разрушили все мосты в свою страну, этот они закрыли тайной руной. И знать эту руну может только великан. Но все они очень давно покинули Мидгард. Верно. Но сегодня ветра судьбы подбросили вам странное совпадение. Ведь есть лишь один человек, который поможет вам попасть туда. И, к счастью для вас, я сегодня не занят. Мы ведь идем в Йотунхейм, да? С точки зрения тактики, это лучший и единственный выход. Лишь туда за вами не пойдет тот, кого нельзя убить. Что надо делать? Ура! Для начала отрубить мне голову. Чего? Ни одно оружие, даже молот Тора, не освободит мое тело от этих оков. Но, к счастью, тело и не нужно. Надо лишь найти того, кто оживит мою голову с помощью древней магии. Магии? В лесу живет ведьма. Она это умеет. А захочет? А сможет? Попробуем. Не сможет. Ты будешь мертв. Он ведь пытает меня. Каждый день, брат. Один занимается этим лично, поверь мне. Его фантазия безгранична. И так каждый день. Это не жизнь. Ну ладно. Я не могу на это смотреть. Брат, сперва послушай, мало ли как оно. Мальчик, чем позднее ты скажешь ему о том, кто он, тем хуже. Он возненавидит тебя и никогда не простит. Есть многое, о чем он не должен знать. Да? Значит, твои тайны для тебя важнее сына. Ну все, я рублю тебе голову. Я не против. Затерянный мир великанов. Это... Не ко времени.
Ну да, я это и хотел сказать. Скоро мы переведем руны Муспельхейма. Ты помнишь путь к дому ведьмы? Да, он в лесу с кровавыми листьями, к югу от озера. Я знаю, куда идти. Надеюсь, она вернулась из Альфхейма и оживит Мимира. Он был хороший, а ты ему голову отрезал. Сойти. К нам в дом пришел Бальдер, один из асов. Бальдер! И ты с ним сразился и победил! Да. Сын Одина, брат Тора. И теперь он ищет нас со своими племянниками. Что ему надо? Если оживим голову, спросишь. Ладно. Глупо, конечно, но я надеялся, что мы найдем на той горе великана. Видать, они и правда все ушли. Ну, кроме змея. Он, наверное, последний в своем роде. Ты тоже последний из своих, потому не любишь говорить о... Своих? Ну, я про твою семью, да меня и маму. Откуда ты родом, кто мать и отец? Не время сейчас для этого. Понял. Жрать спокойно. Я же не ору тебя над ухом, когда ты у себя в пупке ковыряешься. Оставь его. Да чтоб... Вы уже нарушили мое одиночество. Можете составить компанию. Мы не голодны. Славно. Я вам и не предлагаю. Видели твоего брата. С чем и поздравляю. И небось опять дали ему вдосталь поизгаляться над моим топором? Ну, показывай. Этот засранец не сможет найти баланс, даже если надо отбалансировать свои яйца. Он там не отощал? Да нет. Хорошо. Так лучше. Ну и что вам еще надо, а? Когда Синдри уходит с головой в работу, он даже пожрать забывает. А если и вспомнит, поди заставь его нормальной горячей жратвы состряпать. Похоже, в семье весь аппетит мне достался. Как и мозги. Скучаешь? По этому придурку! Да вот еще. Ну просто... Слушай, ты бы шел уже, а? Хватит жужжать тут над ухом. Я уже устал от тебя. Нашли алхимика, о котором я говорил? Эй, где твоя тягловая скотина? В каком смысле где? Я ее съел и даже высрать уже успел. Как ты мог так поступить? А че, у нее молоко кончилось. Она же твой друг. В
Значит, порадуются, что я сыт. Слышь, парень, ну нельзя быть таким сопливым рухлей. Это никого не доводит до добра. Все, я за работу. Я ее съел. И даже высрать уже успел. Как ты мог так поступить? Сюда. Я рядом. Как попасть обратно к ведьме, сын? Сперва найдем лодку. Хорошо. И куда мы направимся теперь? Вон там, за большой статуей Тора. Так что там было с зайцем и черепахой? Черепаха победила. Ты, похоже, совсем не умеешь рассказывать. Я же говорила, он большой. Вон там. Там башня. Не вижу башни. Мерещится, что ли? Сын. Пойди сюда. Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Здорово! Что?
Что это значит? Эти руны означают «внутри смерть». Брок сказал, что его друг тоже гном и носит кольцо с зеленым камнем. Ищи, если хочешь. Я лучше соберу припасы. Ты не поможешь? Нет. Почему? Я не стану служить гномам. А,